В СНТ «Кабельщик», расположенном на 19-м километре Владивостокского шоссе, во владение дачников наведался медведь. Последствия визита незваного гостя были особенно заметны на 15-м участке. Пожилые супруги заметили следы вторжения, когда прошли в самый конец огорода. В глаза бросилась частично разрушенная стена теплицы. Об инциденте сообщили на пост охраны. Там вроде как он мне мужчина сказал, что обнаружил Лёшка, не Лёшка, то есть пытался он там, спал, не спал. Ну, то, что теплица разломана, есть следы когти. Погрызенную и оцарапанную стену теплицы, а также примятую траву на границе смежных участков еще можно было бы принять за собачьи шалости. Но вот четкие следы, оставленные на влажной почве, не оставили никаких сомнений. На огороды приходил медведь. Причем, судя по отпечаткам лап, не взрослые. Шалил хищный подросток рядом с кустами малины. Ягоды, правда, еще не созрели. В этом году такие гости на участках еще не появлялись, хотя их следы находят здесь каждый сезон. Сотрудники охраны теперь предупреждают дачников, чтобы люди были предельно внимательны и осторожны. Летом медведи, как правило, не слишком агрессивны и при встрече с человеком предпочитают уйти. Однако застигнутый врасплох и напуганный зверь вполне может напасть на человека. Хищника на дачах воочию никто не видел. Вероятно, он решил уйти обратно в лес, заметив к выходным растущую хозяйственную активность. С места происшествия Константин Ковешников, Мария Дедова и Леонид Булдыгеров.